Всем привет! Вы на канале Помогай КТВ. И сегодня мы с вами будем рисовать детскую пижаму. Берем черный и рисуем пижамку. Сначала рисуем кофточку, затем рисуем штанишки. Наша пижама будет для девочки, поэтому мы рисуем красивые рюшечки на рукавах. На кофточке мы нарисуем сердечко, а наши штанишки будут в полосочку. Теперь раскрашиваем нашу пижаму. Берем с вами розовый. Розовым цветом мы раскрашиваем рюшечки, горлышко, сердечко и часть полосочек на штанишках. Затем берем голубой, раскрашиваем часть рюшечек и оставшиеся полосочки на штанишках. Вот какая красивая пижамка у нас с вами получилась. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!